Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. С вами Роман Карасев, вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо» и нашу регулярную рубрику «Библиотека боевых искусств». В сегодняшнем выпуске я хочу познакомить вас, уважаемые зрители, с интересной книгой. Конечно, она многим известна, мастерам боевых искусств. Но я думаю, все равно еще раз услышать об этой книге будет полезно. А тем, кто еще не знал или не видел эту книгу, она будет полезна вдвойне. Итак, это книга «Наставление», которая должна быть, мне кажется, в библиотеке каждого человека, кто встал на путь совершенствования себя и познания боевых искусств. Это книга Миямото Мусаси. Вот она у меня в руках. «Искусство самурая. Книга пяти колец». Небольшое издание. У меня оно выпущенное издательством «Азбука», Санкт-Петербург, в 2015 году. Ну, конечно, это переизданная уже литература. И что хотелось бы сказать, я прочитаю с задней стороны этой книги, есть аннотация об авторе для тех, кто не знает, и чтобы вам было понятно, о чем речь идет в этой книге. Имя Миямото, мастера фехтования, святого меча и художника эпохи Эдо, известно и почитаемое поклонниками боевых искусств, благодаря написанной им и ставшей легендарной книге «Пяти колец». Наиболее зрелому и талантливому произведению самурайской литературы. В этой книге, являющейся, по словам самого Мусаси, руководством для людей, которые хотят научиться искусству стратегии, освещаются как вопросы стратегии военных действий, так и методы ведения одиночного поединка. Конечно же, здесь разговор идет о таком направлении или таком виде искусства, которое владели, изучали самураи. Самураи, как вы знаете, это во времена феодализма в Японии были мастера, это военные люди были. Поэтому и здесь и говорится о военных действиях. И сегодня, в 21 веке, учение Миямото Мусаси не утратило своей актуальности. Настоящее издание заинтересует не только увлекающихся боевыми искусствами, но и всех тех, в чьей жизни понятие тактика и стратегия занимает не последнее место. Ну, а я думаю, со мной согласятся многие, что тактика и стратегия, она уместна во всех областях нашей жизни. И есть такая поговорка, известная многим, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поэтому это как раз-таки и говорит о тактике и стратегии нашей жизни, в нашей повседневной, ну, не хочу сказать, суетливой жизни, а на самом деле те, кто стоит на пути совершенствования в боевых искусствах, суета уходит совсем на другой план. И в нашей жизни уже появляются совсем другие мысли. И наша жизнь строится совсем по-другому. Итак, давайте еще раз об этой книге. Именно об этом издании. Небольшая такая карманная pocketbook, можно так сказать, карманная книга. Она достаточно просто оформлена. Но здесь важно не само оформление книги, а сам текст. Текст автора Мусаси Миямото. И я хочу прочитать оглавление. Книга «Пяти колец». Она состоит из так называемых свитков. Это свиток земли, свиток воды, свиток огня, свиток ветра, свиток пустоты и примечания. В каждом из этих свитков рассматриваются различные аспекты. Допустим, свиток воды, сущность, сердце, пути в основе своей содержит воду и так далее. Ну, объяснение всех этих терминов,
который закладывал автор понятия, допустим, что такое свиток воды и так далее. Дальше в этой книге есть раздел «Дайдодзи Юдзан». Это сборник наставлений на воинском пути. «Будо Сёсин Цю». Он состоит из трех глав и примечания. На самом деле, еще раз хочу обратить внимание, что эта книга, на мой взгляд, очень интересна и полезна для каждого, кто изучает боевые искусства или кто только задумывается о том, а стоит ли ему все-таки попробовать начать изучать дзюдо, карате, айкидо, дзюдзюцу, ниндзюцу, какие-то другие виды и направления системы физического, интеллектуального и нравственного воспитания. Я рекомендую эту книгу, еще раз я ее назову. Это автор Миямото Мусаси «Искусство самурая. Книга пяти колец». Рекомендую.